не санкционируем. Поэтому давайте в рамках закона будем действовать. Хорошо. На те же не видно, что за пистолет. Пневматика или боевой пистолет. Человек просто решил не связываться, попытался уехать. Угу. А потом у них загорелся, а уходит, значит, боится, а давай мы его накажем. Да, синий. Да? Они же машину протаранили, похоже. Ударили в левую часть. Да, там, да. Поэтому положили ее. Блин, хреновый повод собраться, да? Служба 112 не управляет силами, повторяю, силами и средствами ни полиции, ни скорой помощи, ни МЧС, пожарных охран, я имею в виду спасателей. Она, ее задача принять данное сообщение, когда требуется взаимодействие многих служб, и довести максимально быстро до них. Она это сделала, вы согласитесь со мной или нет? Соглашусь. То есть она сообщение приняла и передала всем этим службам. То она приняла и передала, но адекватной реакции не последовало. Поэтому мы считаем, что как бы служба спасения, в своем понимании, как мы сейчас вот говорим, служба спасения, она не служба спасения. Это буферная это какая-то организация, которая передает информацию. Вы поймите, РУВД информацию получила? Получила. Где эти подтверждения? Ни один сотрудник, ни один экипаж туда не выехал. Нет, господа. Кроме ГИБДД. Вот давайте подождем. А что ждать? Просил. Мы уже подождали, человек погиб. Дождались уже. Дождались, я не спорю. Факт есть, и я приношу этой семье извинения. Сережка, он очень любил рыбалку, он ей жил, и ему, наверное, было бы так приятно, что у него вышли все на поддержку. Спасибо тем, кто участвовал в организации поисков. Это реально утрата. Просто мы, я говорю, мы же как одна большая семья. Когда сложности возникают, несмотря на разногласия, мы все вместе. Трагедия. Он вами очень гордился. Но он видит, я это знаю. И... Пусть земля ему пухом будет. Мы помним, друг. Мы помним.